Раз уж солнцу вставать не лень, и для нас, значит, ерунда. Мы полностью согласны со словами Виктора Цоя и призываем вас легко и с улыбкой просыпаться каждый день. Встречайте пятничное утро вместе с дружной командой утреннего эфира. Завтра в программе мы поиграем в бильярд и познакомимся с паппингом. Подскажем варианты досуга на ближайшие дни и отправимся в ботанический сад любоваться цветущей сакурой. Побеседуем с гостями в студии об Ассоциации национальных диаспор и Всемирном фестивале молодежи и студентов. Еще у нас новинки из мира многосерийного кино, прогноз погоды, звездный прогноз и, конечно, призы для вас, наши дорогие телезрители. Так что завтра в 7:35 утра будем вас ждать на Первом Приднестровском. Не проспите!